Добро пожаловать на канал One Chance. Сегодня мы отправимся с вами погрузиться в один день сборов Анатолия Сергеевича. Приехал Джонни с Таиланда, первый раз в России и сразу оказался в Горном Алтае. Я сейчас нахожусь в Чемальском районе. Мы поедем на Семинский перевал. Около 2 часов займет дорога. Посмотрим, что вокруг. Поснимаем, остановимся, покажем. Также Петр Ян прилетел на эти сборы, как только увидел, что Джонни приехал в Россию. Так что, ребята, поехали вместе с нами. Насладимся красотой Алтая. Посмотрим, как ребята тренируются. 5 дней их уже нет. Они там в горах. Едят, спят и тренируются. Поэтому предлагаю вместе погрузиться и поехали. Let's go! Ну что, друзья, прибыли на базу. Время у нас 7:30 утра. В 8 часов стартует первая тренировка. Сейчас встретим наших спортсменов и пойдем все в зал, который находится в горах. Пойдемте будить. Ну что сказать, ну что сказать. Доброе утро, любовь. Доброе утро, любовь моя. Сейчас чуть, братва, покажем вам условия, в которых живем на базе. Хорошие отношения на этой базе. Все, что в принципе нам нужно. Стирают вещи, хорошо кормят. И спокойно ночью тихонько никто не шумит. Только я утром шумлю. Это так. Джонни? Это Вова. Сначала Вову подымем. Вот он, все, Вова, главный. Вот Вова, это главный мой спарринг, партнер, человек отвечающий. Человек за мою борьбу отвечающий. Все, Вова уже на Фоксе. Вова на Фоксе, сейчас Джонни Кейджа. Вова, доброе утро. Вова, давай, братик, пойдем сегодня чуть пораньше. А, ты не пойдешь, да, сегодня? Почему? Пойдешь? Почему, готовы вроде? Все, все, братик, все. Джонни, good morning! Эй, коуч! Ты сон полюбил как сильно, Джонни! Ты как сон полюбил, братик? Ну, живем сейчас. 8-й, ты серьезно? Да. Жестко. Но он не прибранный. Вот такой номерок у нас. Ну, он у меня не прибран, вы знаете, чисто сбор, такие сборы, спишь, встаешь, тренируешься. Просто кровать получается, да? Да, кровать сладкая. Не, почему еще? Это есть. Тумбочка. Кстати, захватим сладкое. Джонни может это дать газ. Так, у меня есть ММАшные там. Точно? Да, да, да. Так, ну все, пойдемте. Че, Вань, как тебе условия? Жестко. А? Жестко? Нормально, а что жестко? Дверь вот так открытую оставил? Нет, сладко, он в туалет пошел, то сумка. Ваня, Ваня, Ванечка, как ты любишь телефончик в ручках держать? Готовься, зарядку. Ты тоже. Да. Вань, там небольшая будет зарядка. Зарядку сделаешь, Джонни, сейчас даст чуть темп. Я ему вчера сказал, чтобы на камеру сильно не убивал нас. Чтобы всех фишек не показывал, коронок. Чтобы так чисто поверхностно показал. А то люди будут по нашей системе медали забирать все. Или рассказать людям всю правду. Вот он, все, Вова, главный. Вот Вова, это главный мой спарринг, партнер, человек отвечающий. Человек за мою борьбу отвечающий. Чтобы Редный Рук понимал, что у него шанса нету. Просто пожмите Вове руку и поймете все сами. Сладко, просто дай руку, пожми Вове. Доброе утро. Просто кирпич кинул вот так в руку. Просто руку Вове пожал и понял, что лучше под эту руку не попадать. Вот он, вот так слегка. А ты какого веса? Сейчас 110. 110? Сейчас приехал 108, пора в столовку заехали, по 10 мант кинули уже 110. 110. Так там сладко мы накладываем, 10 мант, первое, второе, компот там. Я говорю, сейчас столовую заедем с таким питанием, там плюс 2, плюс 3 кидает. Ну, Джонни нормально. Еще плюс 2 шоколадки берет на себя. И что-то он тоже забуксовал. Доброе утро, Джонни.
Так, любовь моя, что, выезжайте? Да, ну мы тут поедем. Все, давайте, вот здесь наверх сразу база. Давайте, мы за вами. Давайте, за нами, за вами, let's go. Let's go, Джонни. Сладкие, вначале за кофе тогда заедем в кофешоп. Мы за вами, любовь. Давайте. Одна будет, и вот сын как раз она поможет еще. Но чуть-чуть это, у меня родители... приспособиться к этой клеве. Похоже. Мы же пока идти будем сладко. Отсюда? А, взял, все, Маня. Я думал, все еще взять. Ладно, let's go, все, пойдем. Сладко. Саня, все, говорит, тоже бардачок уже наполовину. Таких ребят мы приветствуем всегда, когда они на правильную дорогу встают. Мы помогаем им идти, бля. Чай, дела тяжело пойдут. А, вон база, да? Да, сладко. Должна была здесь база быть. Тут должно быть здесь бассейн, вообще должна быть жесткая была база. Потом развалилось все. Там. Я даже так, ну ладно. Кстати, сладкие, еще здесь тренируются паралимпийцы. Паралимпийцы? Да, слепые ребята, без рук, без ног, да, тоже лыжники. И, ну, отвечаю, вот так иду, вот здесь, смотрю на них. Блять, думаешь, там подустал, что там он просто, прикинь, не видит, каждое утро встает, бегает. Вон он бежит, кстати, в зеленый парень, вот, а другой его держит. Ну, типа, они такие веревочки держатся, бегут вместе. Парень есть без руки, бегает. А то он в натуре мотивирован. Это вот биатлонисты. Если хотите чуть-чуть зарядиться, прыжковую, на прыжковую к ним сходите тренировку. Они не чувствуют ее. Вот Иван-чай, кстати, растет по бокам. Если так чай закончился, можешь подойти спокойненько себе Иван-чая нащипать на вечер. Иван-чая, этот тысячелистник, если вдруг живот прихватило, вот себе все нарвал в чайничек, дал спокойненько, подзарядился. И спокойно спать лег. Да, спокойненько успокоился. Джонни, you happy? А там на базе кофе нету? Нет, сладко. Должна была здесь база быть. Тут должно быть здесь бассейн. Вообще должна быть жесткая была база. Потом развалилось все. Все свернули. Ну это база тренировочная. 17 минут мы не опаздываем. Только камера тебя может вовремя разбудить. Вот когда они снимают, начинают, ты другой. Хороший. Цепи скидываешь, заряженный. Доброе утро. Десятку пробежать. Братик, я вчера слышал. Доброе утро, опять. Братик, доброе. Ночью вот это. Здрасте. Я думаю, что случилось? Мы пробежку делаем. Нет, братик, ты же сказал, что у тебя караоке в номере. До двух ты, походу, исполнял. На-на-на-на. Мы сюда заселились. Тут есть кому исполнять. Надеюсь, чтобы не узнали. Так, все, любовь моя. Все, давайте. Закончились, пахать надо. Он мне говорит,
он типа кисли все время брал, как освободиться. Я говорю, вот, Леня, любой захват, он выходит. Он просто говорит, девет, я говорю, дергаю, говорит, кипиш ловлю, не знаю, что делать. Я говорю, Джонни, не лови кипиш, взяли кисть, чуть себе потянул, освободил, учил его вчера в машине. Тебя сдастаем, брат! Последний забирай! А что, менять захват не будем, что ли? Я на мотобайке еду, на этом велобайке. Только на X10 скорость тяжелая. It's my life! It's my life! Коль, добавь темпа, добавь! 40 секунд! 40 секунд! Лена! Эй! Ебаный рот вообще! Не может, блядь, прибавить, может только хуля копейка надо, братик, видишь, уже карте застарела, чуть следующая партия вышла, надо работать. Поехали домой. Тяжей, блядь, на вес золота. Коуч, блядь. Давай, тяж, блядь. Тяж эти вещи легко делают вообще. Это физкультура. Кто сомневался? Нет. 23, 24, 25. Давай, ставим работу. Я широкая, да? Здесь, братик, дело. Там широкая для тебя, где плечи будут больно, плечи будут травмированы. Техника. А, реально? Братик, мы как самые опытные волки замыкаем. Ой, ну что, друзья, поднялись на гору. Да, опытный самый, он замыкает, бля. Я как не спортсмен говорю, тяжко далось. Нормально сладко далось. Подпирает меня. Вот они на туре чуть не убили нас. Вот здесь, пацаны, все встанем, вот мы делаем. Вот здесь прям на горе сядем все по-разному. Пушка в путь, фор. 1, 2, 3. Алтай!
после утренней тренировки. Кто хорошо поработал, тот хорошо ест. Кто не работает, тот ест сладко. Мы все ждем у Анатолия Сергеевича 4 каши. Вот этого вообще в меню нету. Я говорю, это что такое? Я уже здесь договорился, да? Медочек алтайский. Это горный алтайский мед, да, у вас? В общем, кушаем, ребята потом идут у нас отдыхать, а мы поедем вниз к себе. Мы... Сладко, не только мне, это вам на всех. Это шутка, это все для Анатолия Сергеевича. Джонни. Джонни тоже хорошо тренируется. Тренирует. Приятного аппетита, Джонни. Анатолий Сергеевич, расскажи, вот вы уже здесь 5 дней, как ваши дни вообще проходят? Столько много приключений в нашем дне. Мы просыпаемся в 8, тренируемся, 3 часа спим, кушаем, спим, просыпаемся, тренируемся, кушаем, спим. Четко. Классно. Вторая тренировка. Тренировка вторая во сколько? Вторая тренировка в 5 у нас. А по времени тоже 3 часа где-то? Где-то 2 часа, 2,5, да, где-то. Угу. Пока заделаем свои упражнения. И все в таком режиме где-то будем 2 недели здесь постараемся, может чуть меньше. Вот там, а вчера ты спускался вниз? На 1000 пониже. Да, на 1000 пониже. Как по ощущениям? Ну, что-то изменилось в твоем самочувствии? Ну, не в самочувствии, во-первых, погода намного теплее, погода более мягкая. Ну, а так самочувствие я не почувствовал, потому что я ненадолго спустился, я спустился всего лишь там на 3 часа, на 4 и быстренько поднялся. Uh-huh. И как мы поговорили здесь с людьми, что это не влияет как бы на твое состояние, ты можешь быстренько спуститься и подняться. Главное, не больше какого-то не определенного больше, там, 4-5 времени, да? часов, да. Uh-huh. И, ну, мы же спустились не в самую низину, а на 1000, все равно мы были чуть-чуть еще в горах, так что это нормально. А так состояние, ну, первые дни тяжело было. Как будто ноги были в цементе, так ходил тяжело. Тяжеловато было, да? Да, сейчас уже более-менее. Ну, дышится все равно, устаешь, конечно, на тренировках, спишь. Я говорю, я вчера вот... Но сон как здоровый или от усталости, или просто из-за того, что в горах? Утром, днем я хорошо сплю, вот под утро, а ночью все равно такой чуть, вот эти 2 дня поверхностные. Это перетрен может быть? Да нет, это чуть акклиматизация. Акклиматизация, да? Ну, а мы же чуть газ даем тоже. Вон, он за газ отвечает, сидит. Сейчас тоже газует. А Джонни тоже спит? С заключенкой. Да? Он еще как спит. Да, что Джонни первый ирландец, да, который здесь на первый ирландец, да. First coach, too much belt. It's made me... when we're up on the top of that mountain today and I seen how beautiful it was, it makes me realize why when you fight you have so much pride for your country, isn't it? It's like beautiful. Нет. Когда сегодня поднялись на гору, он увидел вообще всю эту мощь, всю эту силу, и он понимает, откуда здесь идея. Вот это Бихарту, да, вот это, да. Это пушка в бою, что он увидел всю эту мощь, что поднявшись, он просто понял, откуда мы делаем вещи. Откуда родом, да? Ну что, наша программа, наш видеоблог подошел к концу. Мы провели день с ребятами, спортсменами, с Джонни. Насладились красотой Алтая. Не устали даже. Совсем не устали. Я вообще, конечно, если честно, напряглась в эту гору подниматься. Спасибо, что с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ну и что, желаем всем удачи, желаем всем прекрасных... выходных. А может, это не в будний день выйдет, Любовь. Let's go! Let's go! Boom, boom, Johnny, boom!